Знаете, есть несколько способов в Библии, как мы получаем исцеление. Есть дары Духа Святого. Есть люди, у которых есть дары исцеления, чудотворения или дар веры. И они иногда могут проявляться, но иногда нет. Но есть другой вид. Это вера. Знамения. Всех уверовавших сопровождает знамение. Все верующие люди могут исцелять, могут бесов изгонять и, кстати, говорить на иных языках. Это знамения. Есть дар иных языков, а есть знамения. Это абсолютно разные вещи. Не надо путать вообще здесь. Вот, да. Мы можем всегда. Чувствуешь ты, не чувствуешь. Можешь руку положить и с верой приказать во имя Иисуса Христа. И человек по Писанию будет исцелен. И также демоны уходят. Но есть еще один. Я очень сильно его люблю. Это Божья сила. И вот Писание говорит, Деяния написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Виктория сказала об этом. Это греческое слово «дюнамис». Вы знаете, слово «дюнамис» употребляется больше 200 раз в Библии. 200 раз. Вау. Больше. И, кстати, большее количество в Ветхом Завете. Вот что самое интересное, да, вот, и в Новом Завете, и просто мы, когда читаем, сила и сила, для нас все это сила, как бы, но есть с греческого языка, в Ветхом Завете, с иврита, там вот переводится как дюнамис, и вот как в этом месте Писания, когда Иисус шел, его теснили, тысячи его, толпы его теснили, и одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, она сказала сама в себе, если прикоснусь, то выздоровею. И она, краю одежды. И она, написано, проползла сквозь толпу, и она схватила это, взяла его за одежду. И написано, вышла сила, вот это слово «дюнамис». Вот оно переводится в этом случае как «дюнамис». Не везде, где написано слово «сила», переводится как «дюнамис». Потому что Господь написано «сил». Да, не одной сил, силы, а Господь множество сил. Очень много есть разных сил у Бога. И есть ангелы силы Его, также тоже говорят. За каждой силой Божией стоит ангел. И вот за каждым даром ангел стоит, за каждым проявлением вот Божьим, потому что ангелы — это суть служебные духи. Они приносят вот то, что Бог проявляет. И вот я очень сильно люблю служение силы. Это абсолютно другое служение. На этом служении, когда именно сила Божия проявляется, это сила чудотворения. Там чудотворные всякие вещи, вот, и там невероятные исцеления массовые. Потому что когда мы можем возлагать руки на людей, массово никто не будет исцеляться. Вот когда Иисус к себе пришел в свой город, много было больных, но никто не исцелился, кроме тех, на кого он руку возложил. Там сила Божия не была, она не действовала. Не такая явленная. Она вообще там не действовала. Там действовала вера. Иисус просто руки возложил, это знамение. И они, и на кого он возложил, они были исцелены. Но в других местах он даже рук не возлагал. Написано, из него исходила сила, исходила и исцеляла всех. И это очень, вот мне очень... Помнишь, тень проходящего Петра? Это тоже сила, это проявление силы. Вот он, это атмосфера. Вот чтобы сила была проявлена, атмосфера нужна. То есть это связано с Духом Святым, именно с Духом Святым. Поэтому мы видим вот действие дюнамиса. Это Писание говорит, будете мне свидетелями. Она, да, эта сила дана для свидетельства, для демонстрации. Там, где нужно демонстрировать, что Бог есть Бог. Нужно продемонстрировать, что мы не просто так вообще-то хлопаем в ладоши и руки поднимаем, а Бог живой. И там, где есть неверующие люди, это, вот эта сила, вот она создана именно для этого. И я к этому пришел, что, к сожалению, в церквях, где нет неверующих людей, где, вот знаете, вот одни и те же ходят, то есть они могут там молиться, и Дух Святой там, но там не будет проявлено дюнамис. Там будет проявлены, может быть, дары, знамения веры, да, 100%, но именно дюнамис, чудотворной силы, не будет. Чудотворная сила, нам для этого нужны эти люди, неверующие, чтобы они толпы, народы, именно для народов. Чтобы вот и где будут привлечены, вот при, где будут народы, там будет всегда дюнамис. Он, вот именно эта сила, она создана только для этого. И я хочу сейчас это высвободить. Пусть эта дюнамис, вот эта сила, она исходит сейчас из нас.
от Бога и исцеляет вас. Какой бы вы ни были одержимы болезнью, какой бы демон ни стоял, какое бы ни было проклятие, проблема какая-то, эта сила, это самая мощная сила на этой земле. Она может все разрушить. Нет такого, чтобы не подчинилось этой силе. Написано, из него исходила сила и исцеляла всех. И одно, вот много есть способов, как это высвободить, но одно из вещей, вот мы, я сказал это место писания, эта женщина сама в себе говорила, я сейчас прикоснусь и выздоровею, скажите сами в себе, что прямо сейчас, во время вот этого эфира, во время этой молитвы, я буду исцелен во имя Иисуса, скажите это с верой, и прямо сейчас я верю, эта сила, дюнамис, прямо сейчас исходит она. Амен. И во имя Иисуса Христа я повелеваю, я беру власть над всеми демонами, над всеми бесами, которые мучают вас, которые стоят за болезнями. Прямо сейчас я повелеваю вам во имя Иисуса Христа, все демоны, убирайтесь вон именем Иисуса Христа. Дух немощи, болезни, смерти, рака, онкологии, эпилепсии, шизофрении, дух безумия, выйди вон. Он прямо сейчас. Я сразу свидетельство хочу сказать. Я однажды служил на одном, это было в Пакистане, служил после большого крусейда. Ну, может быть, около там 15 тысяч человек было на крусейде. Мы поехали в маленькую, ну как, не в маленькую деревню, в этой деревне около миллиона человек живет. Ну, там у них такие деревни. Вот. И мы поехали туда, и я знал, что там будет небольшой крусейд, там, может быть, 1000-1500 человек. И я, честно, не хотел. Я уже уставший был. Думал, ну, они сказали, поехали, там никто никогда не служил. То есть вот вообще все служители, кто приезжали, только в главных городах, но в деревнях никто не служил. И мы, я до этого сказал, я поеду, и там я уже понял, что я не могу, я устал. Но мы поехали, и мы приехали сюда, и я вообще не хотел. Реально, я уставший был, знаете, после таких ты больших... Ты просто не мог, как человек, ты и после больших крусейдов, ну для тебя уже вот как-то вот, ну там, думаешь, а, ну что, сейчас ты служили деревня, 15 да. тысяч, а сейчас там, ну, 1000 человек соберется. И как-то вот, знаете, с пренебрежением, но когда мы приехали, там где-то около 1500 человек было, я начал проповедовать слово, и что-то произошло. Я хочу сказать, это было одно из самых мощных служений, на котором лично я вообще присутствовал. Я не преувеличиваю. То есть что-то произошло. За мной стояла стена, ну, это на открытом поле, ну, не поле, а, ну, да, поле такое небольшое, ну, как небольшое там. Поле было, и за мной стояла просто кирпичная стена. Там какое-то, наверное, было здание, оно разрушено, и просто осталась высокая такая стена. И ветра не было. В Пакистане бывает такое, ветра вообще нет. Вот вообще тишина, штиль такой. И ни ветра, не было ничего. Я стоял около этой стены, проповедовал слово, и я ощущал, что-то происходит. И в один миг вот ветер. Вот один рывок, вот прям с этой стены, порыв с этой стены, ух, вот так вот. И вот он прям вот ушел вот так. Угу. Да, я запрыгал, я начал прыгать. У меня такая реакция вот именно в то время была, вот на духа свою. Я вот как током меня долбанули. Я не начал, я говорю, я начал говорить, вы видели, Максим там вот, ну, ваши коллеги, помощник там, стоял. Я говорю, ты, ну, видел, ну, ощущал ветер просто вот как неестественный. И вот все, вот это, чтобы вы знали, это были все люди неверующие. Все. И они начали говорить на иных языках. Я даже им не говорил. Они вот просто, представляете, все, вот эта толпа где начала шарабрандаката, вот так вот. Я вообще, я честно, я первый раз присутствовал на таком, чтобы неверующие люди вот так вот все начали, вот все начали говорить. Я вообще, то есть, ну, я не знал, что вообще делать. То есть, я просто ходил, как вот, неестественно для меня. Я обычно стою, высвобождаю, проповедую, долго могу. И я потом начал молиться уже, и молитва вообще другая была. Просто какое-то, каждое слово, власть какую-то имела. И на это служение было вот, ну, массовое освобождение, то есть, люди освобождались от бесов, падали, там такое было вообще. И... очень много сумасшедших людей получило исцеление. Именно сумасшедших. Я помню одно свидетельство девушки, которой было около 20 лет, на вид. Она вышла с мамой. Мама ее рыдала в слезах. И эта девочка, она никогда в жизни не говорила.
она сумасшедшая была. Просто такая сумасшедшая, вот, что она даже не разговаривала. Вообще не, ну, не понимала. И она вышла, эта девочка говорила, аллилуйя, аллилуйя. Мама говорила, она никогда не говорила. Она получила полное... полное разум, освобождение. Да. И потом еще выходили сумасшедшие мужчины, ну, дети какие-то, ну, бывшие, они свидетельствовали. Да, 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 вот. И очень много, и уже на следующий день больше, ну, чем в два раза людей пришло. Это вообще, это, чтобы вы понимали, неверующие люди. Вообще не верю. Мусульманская надо страна. Сказать, да, Пакистан, слово. Пакистан. Да, это я же сказал вначале. Это в Пакистане. И, ну, так обычно нету. На самом деле есть мифов многие. Кто-то думает, ты сейчас приехал в Пакистан, и 1000 людей собралось. Нет такого. Ну, многие ездят, и у них даже 100 человек они собрать не могут. Вот, ну, это так же, как и здесь. Вот, это действие Духа Святого. Здесь свой Пакистан, да. Да, да, да. Вот, и... И на второй день еще больше было чудес и знамений. Я пожалел, что я оттуда уехал. Мне нужно было остаться. Но я как-то еще тогда не был не научен. Да. И вот это Божья сила. Вот что делает она. И вы вот прямо сейчас примите это. Какая бы ни была болезнь. И эта сила, она прямо сейчас исцеляет вас. Аминь. И я высвобождаю эту дюнамис, эту силу. Я высвобождаю ангелов силы Божьей во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Дух сумасшествия. Дух безумия, шизофрении, убирайся вон прямо сейчас именем Иисуса Христа. У меня сейчас есть побуждение, я чувствую помазание на освобождение. Прямо сейчас дух обиды, дух оккультизма, убирайся вон именем Иисуса Христа. Вы можете сейчас переживать, как кашель, вы кашляете, или как ком такой стоит, кто-то, может быть, плачет сейчас. Вы должны знать, бесы это духи, это дыхание, и они выходят через дыхание, они входят через дыхание и выходит. Выдыхайте сейчас, выкашливайте их. Во имя Иисуса Христа все демоны и бесы, убирайтесь вон именем Иисуса Христа. Дух сахарного диабета вон именем Иисуса. Дух артрита, артроза пошел прочь прямо сейчас. Будьте освобождены во имя Иисуса. Дух ложного чувства вины, это дух осуждения. Выйди прямо сейчас, дух неверия вон именем Иисуса Христа. Прямо сейчас исцелись. Ранами Иисуса Христа я высвобождаю Божье Слово. И я повелеваю, всякая немощь и всякая болезнь, подчинись Божьему Слову и исцелись прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа будьте исцелены. Будьте исцелены. Положите руку сейчас на это место, где есть болезнь. Прямо сейчас будь исцелен. Опухоль, убирайся вон прямо сейчас. Все симптомы болезни вон именем Иисуса. Дух ковида и последствия его. Вон именем Иисуса. Легкие, исцелитесь. Сердце, будь исцелено прямо сейчас. Я высвобождаю Божью силу на вас. И помазание Духа Святого. Прямо сейчас начинайте проверять. Там, где у вас была боль, прям делайте то, что вы делать не могли. И я верю, вы получили исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас.